Всем привет! С вами Ольга Чернова. Вот сейчас температура минус 4 градуса, и капуста запорошена снегом. Это как раз тот самый случай, о котором я говорила, что капуста мороза не боится. Она может быть засыпана снегом, может стать прозрачной. Потом выглянет солнышко, она оттает и снова будет расти. Вот кто не верил моим словам, сейчас можно проверить, вот это испытание, капуста пройдет или нет. Если она оттает и будет жить дальше нормально, значит, она действительно морозоустойчивая. Сейчас минус 4. Больше минус 5 она не переносит. Если будет минус 5 и больше, то, конечно, она погибнет. А в таких условиях она должна выжить. Все, до свидания.